Всем привет, дорогие друзья! Итак, три месяца назад я снимал очень интересное видео, в котором я рассказывал вам и показывал в данном каталоге, какие монеты подорожают. И вот сейчас пришло время подвести небольшие итоги. То есть война еще не закончилась, соответственно, еще не все проигралось так, как я мыслил. Однако уже определенный результат есть. Итак, в самом начале видео я рассказывал, что подорожает вот эта монета и подорожает вот эта монета. Итак, слушаем внимательно. Что я говорил тогда? Какие цены я говорил тогда? Я, кстати, не на все абсолютно монеты цены сказал, но вы меня, может быть, поправите, когда я задам вопрос. Итак, инвестиционная монета, в начале войны стоило в районе 1250-1450. Вот такая цена плюс-минус. Сейчас такая монета стоит от 1800 до 2200 гривен. Я думаю, прогноз сбылся. Дальше. 30 лет независимости. Юбилейная монета. На тот момент она стоила, то есть в начале войны 3800 гривен до 5000. Стоимость такой монеты. Сейчас же такая монета стоит от 7500 до 7900. есть там некоторые варианты 8 и 10 тысяч стоят. Ну, грубо говоря, то есть до, до 8000. Возьмем вот так вот. То есть от половиной до 8 тысяч данная монета стоит сейчас. Вот такая вот необычная новость. Дальше. На тот момент я вам рассказывал, что подорожают 10 гривенные монеты. Конкретно в роллах, я даже тогда говорил. Но, скажем так, прогноз сбылся, но подорожали не все монеты. Итак, какие же роллы подорожали? Подорожали киборги. То есть первая монета захисники Донецкого аэропорта. И подорожали. Сейчас э -э сейчас, где они? Десантно-штурмовые виска. Вот и вот это. Итак, здесь у нас 550 и здесь 800 гривен в каталоге закреба. А так на тот момент это стоило 400 гривен, а ДШВ стоило 350. Стандартная, грубо говоря, цена. Теперь же киборги стоят в районе 800 гривен, там 750-800. И ДШВ стоит от 800 и выше гривен за один ролл. Все остальное в пределах нормы осталось. 370, 380 до 400 гривен. Но на барахолках все эти роллы продаются от 650 гривен, чтобы вы знали. То есть в интернете все шароможники сидят и дармоеды. А на барахолке приходят люди, не шарющие, что существует интернет и какие-то сайты, и они готовы платить за вот такие большие деньги. Это вам как лайфхак, что иногда стоит приходить на барахолку, если вы хотите заработать. Следующая монета, о которой я говорил, что будет дорожать. Мрия. Пожалуйста, на тот момент я озвучил такие цены. 700, ой, 920 до 1100 гривен стоила монета в тот момент, когда я снимал это видео. Сейчас же стоимость данной монеты от 4 до 4500 тысяч гривен. Я думаю, прям идеально сработало, кто-то рубит кэшик. Следующая монета, о которой я говорил, это Украина, начинается с тебы. Однако я в сделал небольшое упущение и про эту монету совершенно забыл и в том видео про эту монету не сказал. Здесь в каталоге Загреба написана цена 410 гривен. Однако, я думаю, она где-то в районе вот, войны, где-то вот плюс-минус так и стоила. Кто помнит, напишите в комментариях. Потому что сейчас данная монета от полутора до двух с половиной тысяч гривен стоит. Вот эта монета. Я ее просто не сказал. Что-то я завтыкал о ней. Вот. Но я начал говорить сразу об данной монете. Это Украина с степы. В каталоге цена 375 гривен. Однако сейчас у этой монеты стоимость в районе 1000 гривен. Следующая монета, которую я указал, это передовая. Единственное, что я не озвучил стоимость. Но я точно помню, что до войны стоила 250 гривен. Во время войны долетела цена до 350 гривен. Я успел ее купить за 350 гривен. Сейчас стоимость данной монеты от от 550 до 750 гривен и цена продолжает расти. Прогноз сбывается. Следующая монета, которая я сказал, что будет дорожать, это 20 гривен Мрия. Реально, я хотел купить, стоило 11,50, можно было взять. До 12 тысяч их полно было на новом аукционе и на сайте Виолити. Их было на Виолити, как сейчас помню, две монеты, на новом аукционе их было 4 монеты. Все они стоили до 12 тысяч гривен. А теперь цена, если вы сидите, если вы стоите, то присядьте. Если вы Короче, сейчас она стоит где там, цена, от 20 до 22 тысяч гривен, то есть фактически плюс 10 тысяч, я думаю, очень неплохо, неплохо, да, а на барахолках, знаете, по чем? По 35 их продают, ну, не знаю, покупают или нет, но цену, по крайней мере, я слышал, на барахолке в 35 тысяч. Ну и самая топовая монета это Владимир Великий, которая еще особо не подорожала, однако на тысячу она уже подорожала за три месяца. Была цена от 15 тысяч, сейчас самое дешевое, что я нашел, 16 тысяч. Но уже есть предложение даже по 40 тысяч. У кого есть лишний кэшек, обратите внимание на данную монету. Я нищеброд, поэтому я не могу себе позволить сейчас купить себе монету за 16 тысяч. Дело в том, что я повторяю еще раз, это Владимир Великий, у нас Владимир Зеленский президент, в России Владимир Путин президент, два президента воюют между собой. Соответственно, если же какой-то из президентов победит, то э, э, получится, что данную монету захотят иметь у себя люди как память, потому что это будет именно событие типа Владимир, Владимир Великий, зашибись, вот победил. И, грубо говоря страна, участница данного конфликта и победительница, там данная монета, вот именно в стране победительницы будет наиболее востребована данная монета. Молимся, конечно, чтобы победила Украина. Однако ядерная держава все-таки против нас воюет, поэтому хрен его знает, чем это все закончится. У меня оптимизма нет, потому что любая война это все равно херово, даже победительница все равно чувствует себя дерьмово после войны, потому что необходима куча бабла, времени, ресурсов на восстановление, а также существует огромнейшая куча утрат безвозвратных. Это человеческие жизни. Вот такие новости, дорогие друзья. Думаю, мой прогноз сработал. Кто покупал на тот момент монеты, там всего лишь буквально 5000 просмотров. Если бы посмотрело людей гораздо больше, а для того, чтобы посмотрело людей гораздо больше, ставьте лайки, пишите в комментариях, чтобы видео на ютубе в тренды закидывало наверх, наверх, наверх. И может быть посмотрит больше людей и увидят упущенную выгоду, подпишутся на мой канал как можно больше людей и будут слушать, что я иногда рассказываю при помощи мне, у вас будет шанс заработать еще. Потому что все те монеты, которые я назвал, значит, вот смотрите, здесь еще не было движения. Я уже просто так навел, на, навел грубо говоря, лучик света на данную монету. А, также передова, она еще в развитии. То есть у передовой еще есть шанс. Все остальные монеты, в принципе, уже проиграли свою стоимость. То есть можно сейчас продать и заработать. Кто, конечно же, купил по тем ценам, о которых я говорил. Кто купил сейчас, ну вам придется ждать. И там уже, я не знаю, будет ли рост еще. Или нет, тут я уже спрогнозировать не буду. Моя задача была вам показать, что реально подорожает. Это реально подорожало. Вы, в принципе, сами это услышали. Поэтому, дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, чтобы еще не пропустить. Сегодня вечером. Скорее всего, обязательно будет стрим, как обычно, в 22-30 плюс-минус. Ну, и может быть еще что-нибудь запишу, какой-то видосик там вроде бы. У меня знакомый уже купил в Киеве данные новые монеты, которые вышли сегодня. В принципе, есть что обсудить. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Пока.